Так, ну, первый поворот. Начинается дорога вот такая. Здесь уже, конечно, ни о какой коляске речь не идет. Это какие седы? Да это какие дырочки просто, Лев. Ну, пойдем. Это утятинка. Какая? Так, здесь уже какая-то ерунда. Камни. Осенник. И все остальное. Он поколотый. Это... Что ты там все смотришь? Смотри, какие седы. Может, где они есть седы? Куда они нас ведут? Вот эти... В общем, тропа идет зигзагом. Вот там вот опять следующий поворот. И опять дальше. Ну, мы никуда не торопимся. Там народ мимо нас пробежал. Мы идем спокойным шагом. Время засекли. Расскажем. Сколько спокойным шагом до вершины. Здесь типа смотровая. Ну как, внизу там на море вид. Что у тебя? Палка. Ну хорошо, давай. Ну такая дорога, в общем, камни. Ой, корни деревьев. Здесь вот вообще какой-то он обрывчик. Папа. Да, что? Пока все лука. Лука. Ищи. Вот. Ну, такие вот. Так, крайний подходим. Здесь вот, видимо, вода текла. Обрывчик небольшой. Дома. Я там. Я такой нормальный трекинговый маршрутик. Куда-то так, ну зачем? Не пачкай это обувь. Так, уже видятся какие-то вот стены. Но это еще не башня, это только стены какие-то. Не, башня, Лев, я думаю, еще выше. Получается, снимаю против солнца, и поэтому у меня камера затемняет. Не лезь, не лезь, ты что, на камни не лезь. Пойдем, вон башня какая-то, к входу сейчас. Нет, это не она, но мы сейчас тоже посмотрим. Это и она. И она. Че шапочку снял? Не упади. Не беги. Лёва, без меня не ходи. Опасно, там какая-то вон башня. В нее мост деревянный ведет. Лёва уже не слушает никого, побежал. О, а здесь какой-то новострой пошел. Лев, остановись. Здесь прям конкретно новострой идет. 2022 год написано. Ну здесь прям обрыв. Лева, стоп. Жди меня, стой. Куда ты пошел? Так, вот такой вот обрыв. Ну, это какая-то вот башня первая на входе. С этой стороны что-то у нее уже выломано все. И вот такой здесь мостик. Сейчас пойдем посмотрим. Так, здесь скользкое все. Что это такое внутри было, непонятно. Там, наверное, вот вход в нее был внутри. И вот середина.
Аж эти все как рельсы прогнулись. Обалдеть. Так.